Москва не намерена вмешиваться во внутренние дела Украины и ждет того же от западных партнеров, а Евросоюз заинтересован в сотрудничестве с Россией, чтобы помочь Киеву обрести стабильность. Эти заявления прозвучали сегодня по итогам встречи российского и люксембургского министров иностранных дел. Мы подтвердили нашу принципиальную позицию невмешательства во внутриукраинские дела и рассчитываем, что все будут придерживаться схожей логики и использовать контакты с различными политическими силами на Украине для того, чтобы воздействовать на них в плане успокоения ситуации, не пытаться достигать неких конъюнктурных односторонних преимуществ на этапе, когда требуется национальный диалог и возвращение всей ситуации в правовое русло. Опасно и контрпродуктивно пытаться навязывать Украине выбор по принципу «либо вы с нами, либо вы против нас». Мы заинтересованы в том, чтобы Украина была частью общей европейской семьи во всех смыслах этого слова.